Доброе утро еще раз. Мы с вами продолжаем заниматься толкованием, герменевтикой, толкованием Священного Писания. И вы помните, вчера мы с вами говорили о богословской перспективе. Мы говорили о том, как богословские воззрения, богословские взгляды накладывают отпечаток на наше толкование Библии. Вот мы толкуем, исходя отчасти из того, во что мы уже верим. То есть, по идее, должно быть наоборот. В идеальном мире вот мы читаем Священное Писание, и только Священное Писание, мы формулируем какие-то доктринальные утверждения на основе Библии, и вот в этом направлении все идет. А на самом деле очень часто мы действительно пытаемся в Священном Писании найти то, к чему мы уже привыкли, что нам ближе. Некоторые из упражнений, которые вы получили на сегодня, в общем-то, об этом. Речь идет о том, что какой-то взгляд, какое-то воззрение для вас более близкое, более понятное, а мы его с вами в Священном Писании и пытаемся найти. И я думаю, что, зная об этом, зная об этой тенденции, вы будете себя ловить и скажете: так, стоп. Вот я в это верю, потому что я действительно это в Библии читаю. Или я в это верю, потому что я привык так думать. И очень тесно связано с этим другая особенность чтения нашего чтения Священного Писания. Мы начинаем читать Библию не для того, чтобы узнать, что говорит нам Бог, а для того, чтобы поддержать свое собственное мнение. То есть, вот я так считаю, понимаете, и Бог, и апостолы со мной согласны. Ну, я вот в такой хорошей компании, вот. А вы все, если вы не согласны со мной, ну, это минимум, как минимум значит, что вы не согласны с Богом и с апостолами. Если несогласие со мной еще как-то можно пережить, ну, то второе и третье губительно для вашей вечной жизни. А вот, к сожалению, каждый из нас подвержен вот этому взгляду. И именно поэтому, когда мы читаем, допустим, даже комментарии, если вы с чем-то не согласны из того, что видите в комментарии, задайте себе вопрос: а почему я не согласен? Я не согласен, потому что мне не нравится? Я не согласен, потому что никогда не рассматривал вопрос с этой точки зрения? Или я не согласен, потому что это не соответствует библейскому тексту? Вы можете, конечно, убедиться и в третьем. Допустим, вы скажете: я не согласен, потому что это не соответствует библейскому тексту. Ну вот, возвращаясь к тому примеру, который я приводил пару дней назад, это замечательная проповедь, замечательная, я говорю в кавычках, о том, что вот когда Иисус накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами, произошло это либо потому, что люди, значит, начали делиться друг с другом, у них у всех были запасы, в котомочках они, значит, мешочки открыли, значит, кушать стали, да? Или другой вариант, который я также приводил, что проповедь это на самом деле не о том, что вот не о чуде, совершенном Иисусом, а о необходимости охраны окружающей среды. Они потом пошли и собрали эти самые 12 коробов, они не бросили остатки на землю, а, скорее всего, в остатках там были объедки, были и кости тоже, они все это убирали. Значит, мораль: христиане, убирайте за собой после пикника. Понятно, что когда мы такое слышим, мы берем Священное Писание, мы сопоставляем с Библией, и мы приходим к тому, что нет, здесь дело не в богословии, здесь дело в неправильном толковании. Но, с другой стороны, очень много бывает ситуаций, когда мы встречаемся с толкованием непривычным, незнакомым нам, и мы должны себе задать вопрос: может быть, богословие данного автора предрасполагает его к этому толкованию? И тогда уже вопрос будет не герменевтический. Тогда будет вопрос истинности или ложности данного богословия. Тогда будет вопрос, на чем основано это богословие. Основано, допустим, на понимании авторитета Божьего или на понимании авторитета человеческого? На понимании безошибочности Слова Божия или на понимании Слова Божия как компиляции? Пример, к которому мы с вами вчера уже подошли, вот это замечательная, опять-таки в кавычках, мысль о том, что мы не изучаем Библию, а мы изучаем богословские позиции библейских авторов. Помните, когда Библия представляется не как единая, неразделимая богословская система,
а как набор богословий Павла, Иоанна, Петра, Иакова, даже позднего Павла, раннего Павла, Павла II миссионерского путешествия. Вот. И если эти богословия между собой не состыковываются, то это вот ничего, это нормально. Мы изучаем богословскую систему, богословские взгляды апостола Павла. Нет, само Писание такой возможности нам не дает. Либералы эту возможность иногда пытаются взять, но брать-то нечего, потому что не дается ничего. Вот в этих случаях останавливаетесь, и вы можете четко сказать, знаете, ребята, в данной ситуации это не вопрос интерпретации. В данной ситуации это вопрос человека, который желает подтянуть библейские факты под свои взгляды. Они не укладываются, не получается, не втягиваются в библейский факт. Ну и что? Его это мало интересует. И аналогичные ситуации возникают и в практическом служении, в практических беседах. Аналогичная ситуация нас с вами завесила вчера. Это пример насчет фотографии ВКонтакте. Это пример на самом деле, когда человек пытается оправдать свои действия Священным Писанием. Ну, мы знаем, что да, все должно быть по Библии. Мы говорим, вот мы делаем по Библии. Вот, сейчас давайте мы посмотрим, что у нас получается, потому что Ирина и Саша нам собирались вчера об этом рассказать подробнее. Нет, вчера они собирались рассказать сегодня. Вот, как мы сейчас можем это сделать? Давайте посмотрим, что вы накопали, что у вас получилось. Напомните нам, пожалуйста, ситуацию. Я молодежный лидер, и я изображен на фотографии с пивом. И в моей церкви мне делают, ну, как бы, хотят получить от меня объяснение, почему у меня на этой фотографии в руках пиво. Как до такой жизни дошел, да? Ну, да. Ага. И там у тебя была ситуация, что ты, во-первых, оправдываешься библейским стихом. Напомни, каким? Все мне позволительно, не все полезно. Да, берешь первую часть этого стиха, все мне позволительно, не все полезно, ну, в данном случае, ну, как, что же это не полезно, это нормально. Вот, я просил, да, и, значит, тебе говорят о том, что то, что ты делаешь, твое поведение не соответствует жизни христианина, вот, ты упрекаешь окружающих, в частности, своих лидеров в законничестве. Вот в том, что они тебя хотят загнать в рамки, которые Священным Писанием не установлены. Вопрос получился. Да, и проблема там началась такая, что вместо того, чтобы говорить о Библии, о библейских взглядах, мы перенеслись на личности. Вот ты такой, ты сякой. Если этот разговор продолжили бы мы еще минут пять, то Библия могла бы все-таки вернуться в этот разговор, но она была бы уже орудием физического воздействия. Знаете, Библия по голове, особенно если такая большая, которая на кафедре лежит. Это нормально. Дабы этого не допустить, мы оставили обсуждение до сегодняшнего дня. И давайте посмотрим, что у нас получается. Пожалуйста, Ирина. И... Нельзя этот стих рассматривать ни одну его половину, ни целиком его, нужно его рассматривать в контексте. А еще для самого начала мне было интересно посмотреть и себе напомнить, сейчас сказать, историческо-культурный фон вообще по времени города Коринфа, о чем писал Павел, зачем он это сделал, потому что это имеет непосредственное потом для рассмотрения правильного. Коринф процветал как важнейший торговый город. И в нем проводились истмские игры, это подобие Олимпийским играм, во время которых в Коринф прибывало огромное количество людей. И вообще культура Коринфа даже вот по языческим меркам на то время считалась настолько морально разложившейся, что название Коринфа стало синонимом разврата и нравственного падения. И Павел написал это послание этой церкви, во-первых, потому что она ему была близка, во втором миссионерском путешествии он ее организовал, он заботился о них, и целью было этого послания исправление поведения христиан. Павел дает наставление в отношении к греху и праведности, потому что неправедный образ жизни – это следствие неправильных убеждений. Вот. И этот стих входит вообще
в контекст большой темы с главы 5-1 стиха и по 6 главу 20 стиха, где вообще тема идет о безнравственности, в частности, о блуде, о неправильном отношении к телу и духу. Вот, поэтому 12 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной». Нужно прочитать с 12 по 20, это один конспект, или вообще вот целиком. И здесь Павел говорит о том, что свобода во Христе и благодать, которую дает грехом, не должна использоваться христианами Коринфа так, что это будет приводить к греху, который у них, в принципе, уже был, было замечено, что в церкви не все в порядке. Они грешат. Угу. Грешат, потому что город языческий, потому что многое было трудно сразу им исправить, многое не понималось. И он им здесь как раз объясняет об этой свободе. И если думать так, что мне позволительно, допустим, молодежи быть с пивом рядом в обществе с неверующими ребятами или употреблять его, но не все полезно. Здесь можно попасть в такую ситуацию или быть соблазном, или самому соблазниться, потому что нельзя быть твердо уверенным в себе, что такой опыт не приведет тебя в сети греха. А где об этой проблеме соблазна? Вот в том же послании к Коринфянам он скажет. Помните? Чуть-чуть позже, в 8 главе, из-за идоложертвенного. Как раз вот этот вопрос соблазна, проблема соблазнить других или проблема соблазниться самому, она ведь всплывет как раз в этом самом контексте. Совершенно точно. Да, да. Хорошо, Ирина, дальше. Об этом же самом Павел упоминает и Галатам. Угу. «Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плотом». Галатам 5.13. То есть он напоминает и коринфянам, что уже такое было. Это и есть. И с этим нужно что-то делать. Это нужно исправлять в себе, внутри. То есть, ну, не должна быть свобода во Христе оправдыванием, что я могу это делать, и мне ничего за это не будет, потому что у греха есть всегда последствия, и за грех есть наказание, как в церкви, так для лично человека от Бога. А помните, когда я пытался защитить или так поддержать позицию этих ребят вчера, я сказал о том, что, ну, смотрите, посмотрите на контекст. И этот стих не о том, что вы видели, там, не о спиртных напитках, этот стих вообще говоря о блуде, о прелюбодеянии и любодеянии. Так что не приписывайте этому стиху того, что там нет. То есть тут, не, тут только о конкретных совершенно грехах. Скажите, пожалуйста, вот в связи с тем, о чем вы сказали, в связи с тем, что вы уже заметили, можно очень хорошо на этот вопрос ответить. Как бы вы ответили сейчас на возражение, что этот стих говорит о конкретной вещи, только вот о грехах таких против тела? То есть, смотрите, пиво не упоминается, значит, стих не об этом. Как? Ко мне вопрос? Да, к вам. О пиве не упоминается, значит... Значит, не о том. Все. Значит, не о том. Ага. Но здесь вообще тема же идет прославлять Бога и в теле, и в духе. О. И любое непрославление... То ли это будет грех блуда, то ли это будет грех пьянства, употребления алкоголя. По большой сути, но разницы нет. Если ты вступаешь за черту, то всегда будет урон. Урон твоему телу. Во-первых, ты оскверняешь свое тело, которое принадлежит Богу. Это для христианина, для верующего человека. Должно быть очень серьезно. Да, то есть совершенно верно. Контекст этого стиха, действительно, здесь для работы нам прежде всего нужен был серьезный контекст. И контекст этого стиха говорит о прославлении Бога в том мире, который грехом развращен. Вот самые такие развращающие или самые очевидные грехи были как раз для Коринфа грехами против тела, грехами против Божьей заповеди чистоты.
Именно об этом, именно об этих грехах апостол Павел говорит. Именно он их здесь приводит в пример. Но весь смысл заключается как раз в прославлении Бога через нашу жизнь, через наше поведение. Значит, нашим ребятам, участникам этой истории, чтобы здесь продолжать беседу, нужно было бы доказать, что вот их участие в распитии самоспиртных напитках прославляет Бога. Может быть, они попытались бы сделать это. Но тогда пошел бы разговор дальше. Тогда разговор был бы о том, что такое прославление Бога и прочее. Мне очень нравится в связи с этим пример, который приводит пастор Ронни Стивенс, пастор, который записывал у нас несколько курсов, также еще, я думаю, будет записывать курсы. А пример вот таков. Христианин может прийти куда угодно или делать все, что угодно, если это делается для прославления Бога. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Он может прийти в 11 часов или 12 часов ночи в зал на порнографический фильм. Если во время этого фильма он встанет и будет объяснять людям, и будет говорить людям о том, почему то, чем они занимаются, губительно. А проблема в том, что христиане ходят и посещают подобные места и переходят определенную черту, но не для того, чтобы прославлять Бога. А есть ситуации, когда вот человек, загнавший себя в эту ситуацию, пришедший в эту ситуацию, будет испытывать определенные трудности, совершенно объективные трудности в прославлении Бога. Вот у того же Ронни Стивенса был тоже такой пример. Он говорит, вы знаете, что до середины 20 века в публичных домах и подобных заведениях, в тех государствах, где это было разрешено, обычно на самом видном месте лежала Библия. Вот потом ее оттуда убрали. Но еще в начале 20 века, значит, придя в такое заведение, там можно было увидеть Библию. Но очень сложно представить себе человека, который по этой причине приходил в подобное заведение, чтобы провести свое время вечернего размышления и молитвы. Понимаете? То есть, вот есть определенные границы. Когда нам говорят, особенно сегодня, это приходится слышать, я хочу вот быть ближе к миру, и я хочу, чтобы вот мое слово было понятным, то, что я делаю, было понятным. Простите, но переходя эти границы, мы становимся искушением. И для себя, и для окружающих людей. То есть, конечно, здесь речь идет о прославлении Бога. Конечно, здесь речь идет о чистоте среди вот того мира, в котором мы живем. И более того, убеждение о том, что если я стану таким, как мир, то мир меня послушает, оно неправильно. Одному молодежному лидеру, ему это было уже к 30 годам, вот. Но у него была одна проблема, значит, по этой проблеме ему дали совет. Проблема была такая, он говорит, приходит к пастору более опытному, говорит, послушайте, я не понимаю, что мне делать. Я пытаюсь обратиться к этим детишкам 16-летним, я пытаюсь с ними тусить, значит, стать для них таким друганом, вот. А они на меня смотрят большими глазами, типа, ты что, парень? Вот, пастор говорит, ну как ты пытаешься это сделать? Ну, говорит, я там на их языке пытаюсь с ними разговаривать, так это самое, подшучивать, заигрывать, вот, смеяться. Пастор ему говорит, послушай, понимаешь, в чем штука? Им не нужен еще один дружбан, еще один приятель, потому что таких у них полно. Им нужен более взрослый человек, который будет их наставлять, который поможет им решить какую-то ситуацию, который поможет им прийти более к близким отношениям с Богом. Говорит, не пытайся стать таким, как они, потому что выглядишь смешно при этом. Но пытайся с позиции, на которую тебя поставил Бог, помочь этим людям и поддержать этих людей. Вот о чем, да, вот к чему мы приходим в связи с этим стихом.
еще в более ярком виде этот парадокс сформулировал никто иной, как блаженный Августин. Он взял первую часть из Священного Писания, вторую часть добавил сам. И в его формулировке это звучит достаточно парадоксально. Но вот этот парадокс становится очевидным, когда мы рассматриваем его в свете учения о благодати. Он говорил так, сначала цитируя Библию: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой своей, всем разумением своим, всей крепостью своей, и делай все, что хочется». Вот вторая часть «и делай все, что тебе хочется» — это, собственно говоря, парадокс. И смысл вот в чем. Если первая часть выполнена, если эти отношения с Богом у нас существуют, если Дух Святой в нашем сердце живет, ну-ка, поди-ка, попробуй погрешить. Если даже удастся, Господь остановит и так обличать будет, что больше тебе в этот... в это болото лезть не захочется. Другое дело, что если отношений с Богом нет, или что если отношения с Богом только номинальные, ну вот тогда и начинается по полной программе. Да, мне все можно, значит, соответственно, я буду жить таким, как мир, я буду близок к этому миру. И привет. Но здесь есть еще один интересный момент, очень важный момент. Значит, ведь... Вот смотрите, пожалуйста, первое послание к Коринфянам, 6 глава, на которую мы с вами ссылались, ее по-разному можно рассматривать, вот по-разному можно понимать, кто именно говорит эти слова. Смотрите, начинается все с вопросов судебных разбирательств, почему вы, верующие, идете в суд, где неверующие люди, где идолослужители, причем суды эти часто были в языческих храмах, что это за христиане, которые идут к язычникам со своими делами разбираться. Вот, а дальше, или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует, не обманывайтесь, и вот он перечисляет, кто не наследует Царство Божие. 11 стих. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». И 12 стих очень часто рассматривают как сочетание двух голосов. Павел сначала повторяет то, что было принято говорить в Коринфе. То есть «все мне позволительно» — это не цитата Павла, а цитата, которую можно было бы заключить в кавычки, из Коринфян. Потому что коринфяне-то считали себя сверхдуховными, живя в этом развращенном городе, и даже радовались тому, что вот теперь им дана такая свобода. И вот Павел сначала как бы цитирует их и говорит: «Все мне позволительно», потом отвечает: «Но не все полезно». Потом опять цитирует их: «Все мне позволительно», и опять отвечает: «Но ничто не должно обладать мною». Дальше опять их цитата, 13 стих: «Пища для чрева и чрево для пищи». То есть вот это они говорили. И он отвечает: «Но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». Почему такое предположение делается? Потому что трижды вот в этих двух стихах повторяется эта структура, где «но», значит, частица «но» связывает две части с противоположным значением. Вот если так рассматривать, а такое рассмотрение стиха вполне возможно, тогда уж тем более всякое использование «все мне позволительно», всякое использование этого стиха, в смысле «все мне позволительно», не оправдывается. Потому что тогда получается, что Павел с этими самыми коринфянами спорит.